теме нашего мероприятия. Мы не первый год встречаемся с коллегами, которые работают в отрасли информационных технологий в день нашего профессионального праздника, либо близко к этой дате, для того, чтобы отметить самых-самых достойных, отмеченных наградами Нижегородской области. Я скажу, что это достаточно долгий процесс. Мы собираем предложения от руководителей компаний, от руководителей органов местного самоуправления, от бизнес-сообщества, для того, чтобы отметить действительно тех людей, которые внесли серьезный вклад в развитие отрасли информационных технологий Нижегородской области. Знаете, на многих мероприятиях, вообще не журналистами, я часто отмечаю, что Нижегородская область является все-таки одним из ведущих регионов отрасли информационных технологий. И на самом деле так считаю, потому что у нас действительно хороший потенциал. У нас работают крупные предприятия, иностранные предприятия, российские предприятия. У нас есть продукция, которая востребована далеко за пределами региона, которая востребована и известна за рубежом. У нас мощный промышленный комплекс, атомная энергетика. Наш регион вообще один из самых диверсифицированных в Российской Федерации. И ни одна из отраслей сегодняшних и промышленных, и социальной сферы, и даже там, бюджетная сфера не может быть успешной, если не используют современные информационные технологии. А те люди, которые сегодня в этом зале, это как раз те люди, которые и позволяют, создают условия для того, чтобы эти информационные технологии были максимально доступны и качественны. Поэтому я от имени губернатора Нижегородской области Валерия Павловича Шанцева, от имени правительства Нижегородской области хочу поздравить всех с прошедшим уже профессиональным праздником. Сказать огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете. Сказать огромное спасибо, что вы своим примером помогаете нам привлекать в эту профессию все больше и больше молодых ребят, школьников, студентов. Сказать спасибо за то, что вокруг вас собираются профессиональные коллективы, и вы в том числе своим примером ведете эти коллективы к лучшим результатам. И прошу разрешить мне выполнить почетную миссию вручить государственные награды Нижегородской области. Благодарственным письмом правительству Нижегородской области за большой вклад в развитие и совершенствование инфокоммуникационного комплекса и в связи с празднованием Дня программиста награждается коллектив общества с ограниченной ответственностью IT-Релакс, город Нижний Новгород. Награда вручается директору компании IT-Релакс Королеву Виктору Александровичу. Благодарственными письмами правительству Нижегородской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование регионального инфокоммуникационного комплекса и в связи с празднованием Дня программиста награждается начальник отдела информатизации администрации Павловского муниципального района Нижегородской области Аверина Наталья Вячеславовна. Главный специалист оперативного отдела оперативно-распределительного управления правительства Нижегородской области Артеменко Александр Сергеевич. Ведущий инженер-программист группы развития и внедрения информационных систем и платформ отдела развития информационных систем и платформ макрорегионального филиала «Волга» публичного акционерного общества «Ростелеком» Гусарова Светлана Александровна. Заместитель начальника управления информатизации администрации города Сарова Нижегородской области Запольская Светлана Евгеньевна. Главный администратор баз данных отдела по информационно-техническому обеспечению администрации городского округа город Выкса Нижегородской области Конышев Александр Михайлович.
Инженер первой категории отдела IT-проектов Управления информационных технологий и ресурсов Министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Корнева Юлия Васильевна. Главный специалист сектора информационного обеспечения Управления делами администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области Лёскин Владислав Васильевич. Консультант отдела развития региональной информационной системы в сфере закупок и мониторинга региональных закупок Управления по развитию контрактной системы и внедрению стандартов закупочной деятельности Министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области Ложкина Екатерина Николаевна. Заместитель начальника организационно-правового отдела Управления делами администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области Прытков Сергей Владимирович. Эксперт отдела технической поддержки и развития инфраструктурных решений общества с ограниченной ответственностью Сибур ЦОП Радченко Игорь Валерьевич. Старший программист группы разработки программного обеспечения отдела заказных проектов технического центра общества с ограниченной ответственностью Центр СБК Рябинин Игорь Александрович. Главный конструктор общества с ограниченной ответственностью научно-исследовательский центр специальных вычислительных технологий Савихин Степан Александрович. Консультант отдела системной безопасности, управления развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов Министерства финансов Нижегородской области Саладимов Юрий Викторович. Начальник сектора информатизации администрации Сергачевского муниципального района Нижегородской области Федорин Александр Сергеевич. Почетным дипломом губернатора Нижегородской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование инфокоммуникационного комплекса и в связи с празднованием Дня программиста награждается ведущий инженер-программист отдела перспективных разработок и информационной политики государственного бюджетного учреждения Нижегородской области, Объединенной дирекции по реализации жилищных программ Вашкевич Александр Сергеевич. Консультант сектора оптимизации бюджетных процессов отдела исполнения бюджета и оптимизации бюджетных процессов Управления бюджетной политики Государственной службы и правовой работы Министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области Горбунов Алексей Александрович. Награду получает Вдовин Валерий Георгиевич. Руководитель направления поддержки прикладных систем общества с ограниченной ответственностью ОМК информационные технологии Дворянкина Мария Алексеевна. Ведущий менеджер проекта «Общество с ограниченной ответственностью Харман» Дельцов Андрей Викторович. Начальник отдела эксплуатации инфраструктуры IT-департамента эксплуатации информационных технологий филиала публичного акционерного общества МТС «Макрорегион Поволжье» Звонов Геннадий Викторович. Заместитель начальника отдела 9820, начальник группы Федерального государственного унитарного предприятия, Федеральный научно-производственный центр, научно-исследовательский институт измерительных систем имени Седокова Крашилин Виктор Владимирович. Начальник отдела программного обеспечения государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Нижнего Новгорода Тимичева Светлана Сергеевна. Заключительное слово предоставляется Сергею Валентиновичу Кучину. Приятные минуты, они всегда очень коротки. Тем не менее, я поздравляю всех, кто получил эти награды. Это действительно лучшие люди нашей отрасли. А отрасль у нас большая, регион большой, компаний много. Поэтому, естественно, всех отметить в
принципе невозможно, но то, что вы находитесь в этом зале, сегодня получали награды, это действительно ваша заслуга, это оценка вашего труда. Я вас еще раз поздравляю и хочу сказать вам огромное спасибо. И еще одна информация, возможно, многие уже об этом слышали. Мы, Министерство информационных технологий, вместе с несколькими компаниями, которые входят, представители которых входят в общественный совет при министерстве, в этом году инициировали проведение региональной премии IT-проект года. Вот в ноябре месяце мы должны подвести итоги, и сейчас еще продолжается прием заявок. Там несколько номинаций, IT-проекты в различных сферах, и промышленности, и в социальной сфере. Причем есть возможность заявиться с проектами и крупным компаниям, и малому бизнесу, и даже школьникам и студентам. Для этого есть номинации соответствующие. Вся полная информация об этом конкурсе находится на специально созданном сайте IT-бренд.NN. Его легко очень найти там по поисковым системам. Поэтому, кто вдруг еще не знает об этом конкурсе, зайдите, посмотрите информацию. Я приглашаю, есть еще время до 30 сентября направить заявки на участие в этом конкурсе. Уже сейчас мы видим достаточно серьезные конкуренцию, то есть мы уже собрали несколько десятков заявок, то есть это вполне серьезный получится такой конкурс и мероприятие, который, очень надеюсь, станет традиционным для Нижегородской области. Поэтому приглашаю еще раз принять участие в этом мероприятии и еще раз поздравляю всех награжденных. Счастья, здоровья, успехов, ну и поучаствовать вам желаю сегодня полезно в мероприятиях «Бизнес-саммит». Спасибо.